Всем привет, меня зовут Наталья, я учусь в УСБ Гданьск. Я приехала сюда из Калининграда несколько лет назад и все это время живу в Гданьске. Я вам хочу сказать, что работу в Польше найти очень несложно. Если очень постараться, то работу можно найти даже за один день. Но это будет такая работа, такая для поддержания штанов. А вообще работу правда найти очень несложно, даже в вашей сфере, даже в вашей профессии работу найти легко. Я работаю с очень классными людьми. Очень много молодых, все очень открытые, доброжелательные, очень дружелюбные. Интеграции много, разных корпоративов, ну, вы понимаете. И вообще, все мои друзья, которых я нашла на работе, все самые лучшие люди со мной с работы. У меня всегда была достойная зарплата, классная. Даже если я зарабатывала столько же, сколько в России, то уровень жизни в Польше все-таки выше. А для молодых людей здесь просто супер, потому что возможностей много, найти работу легко. И зарплаты такие, что можно себя содержать, даже первые. А для меня эта учеба, она помогает мне развивать компетенции, так что я развиваюсь в своей работе. Поэтому я выбрала в УСБ Гданьск.